Ну что ж, господа, я вас сердечно поздравляю. Наконец-таки на официальном сайте Farmer Simulator 19 буквально сегодня, 22 апреля, вышла отличнейшая новость. Для тех, кто говорил, что фермера нового не будет, друзья, вы ошибались. Я все-таки был прав, что все-таки он выйдет осенью. Поэтому, друзья, те, кто, значит, верил мне, те, кто меня слушал, друзья, я вас поздравляю. На официальном сайте уже это все официально доказано. Фермер Симулятор 22. Пусть хорошие времена растут этой осенью. Как мы видим, 22 апреля 2021 года была опубликована эта запись, друзья. Вы хотите новый симулятор сельского хозяйства? Не так ли? Вы получите его. Фермер Симулятор 22 выйдет на ПК, Mac, PlayStation 5, Xbox, Xbox серии XS, PlayStation 4, Xbox One и Stadia этой осенью, друзья. Как я и предполагал, что выйдет этой осенью Фермер Симулятор 2022, друзья. Еще раз, новая игра делает большой скачок вперед с новыми функциями и улучшениями, поскольку программное обеспечение гигантов растет вместе с серией, и мы впервые самостоятельно опубликуем новое название. Посмотрите тизер-трейлер. Значит, ниже представлен небольшой тизер, из него конкретно ничего не понятно, нам стоит ожидать более какого-то информативного ролика, но это будет чуть позже. Сейчас гиганты решили нас реально затравить такой вот новостью, друзья, у меня прям вот все внутри передергивается, потому что наконец-то этой осенью мы увидим абсолютно новый фермер, абсолютно новый какой-то доделанный и так дальше. Друзья, смотрите, из этой картинки следует, что наконец-таки, как я и предполагал, как я и задумывал, как я и хотел, чтобы разработчики сделали, будет уже в игру вшит мод сезонов. Смотрите, здесь у нас, значит, лето, весна, осень и зима на этой картинке у нас представлено. Готовьтесь к новым урожаям, новым картам, новым машинам, новым брендам и многому другому. Да, и снег тоже идет. Добавление сезонных циклов также включено, как и другие функции, которые будут объявлены в ближайшее время. Друзья, смотрите, как классно. Все-таки они услышали нас, они сделали это все в игру уже. Две новые карты плюс обновленная карта Эрленграта позволяет, значит, проводить различные виды сельскохозяйственных операций. Более 400 машин и инструментов из более чем 100 аутентичных сельскохозяйственных брендов, включая новые категории машин, сделают сельское хозяйство, животноводство и лесное хозяйство еще более увлекательным, чем когда-либо. Короче говоря, Фермер Симулятор 22 предложит больше, значит, глубины благодаря большему разнообразию новых дополнений и большей свободе, чем когда-либо прежде. Друзья, отсюда следует, что возможно, возможно, опять же, это мои предположения, что нас ожидает, друзья, новая физика в этой игре. Обновление двигателя повышает производительность и реалистичность. Вот только что об этом я сейчас и говорил. Многопоточная оптимизация, друзья, наконец-таки. Наконец-таки, те, у кого многопоточные процессоры Intel 7, AMD Ryzen, ребята, наконец-таки мы можем с вами вздохнуть спокойно. И теперь FPS у нас не будет так критически проседать, так как у нас теперь будет многопоточность в игре, и мы будем забывать с вами про проседание FPS. Друзья, теперь у нас будет многопоточность. Потоковая передача текстур и временное сглаживание среди других оптимизаций дадут Фермер Симулятор 22 толчок для всех систем, заложив основу для еще более сложной настройки модов и даже раздвинув границы консолей последнего поколения. Блин, ну это просто. И это еще не все. Следите за новостями. Значит, дополнительные функции будут объявлены, как только мы будем готовы поделиться ими в нужное время. Оставайтесь с нами до тех пор, пока мы не представим новые элементы в ближайшие недели и месяц. Могу вас всех, друзья, поздравить. Итак, мы с вами дождались. Значит, будет оптимизация, будет новая физика, будет новая техника, будет мод сезонов уже вшит в игру, будет, значит, все, как, в принципе, я и думал. Но еще хотелось бы, чтобы физика была реально, вот, ну, хотя бы чуть-чуть напоминала SnowRunner, что-нибудь из в этом роде. Друзья, следим за новостями. Если что-то выйдет новое, я обязательно вас с этим познакомлюсь. Ссылочка на офсайт Фермер Симулятор 2019, где вы можете ознакомиться с этой информацией, будет под видео. Друзья, не забывайте подписываться на группу ВКонтакте. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Всем хорошего настроения. Всем пока.